Сегодня в городском театре Анапы состоялось зональное заседание с председателями городских и районных советов ветеранов Южной зоны Кубани. Посетил совещание и глава города Сергей Сергеев. Мэра интересовало, как взаимодействует администрация муниципального образования с советом ветеранов. Каждый председатель выступил с краткой информацией о своей работе, рассказал о проблемах. Председателя Краевого совета ветеранов Евгения Шендрика интересовало, насколько организация обеспечена оргтехникой, средствами связи и автотранспортом. На машину «Лада Калина», которая нам губернатором подарена, так скажем, она поставлена и введена в штат автомобилей администрации, находится там на стоянке, охраняется на стоянке, подобран водитель советом ветеранам, который в штате находится. Сообща на совете решили, что с мнением ветеранов нужно считаться. Многие проблемы, которые возникают сейчас у власти, они раньше были, их решали. А кто решал? Ветераны решали. И они очень часто подсказывают такие идеи хорошие, которые, они говорят, новое – это хорошо, забытое – старое.